Я слышал, в этой школе готовят самых сильных бойцов. Да, так и есть. Я это слышал от твоего ученика, которому я сломал шею. Я бы никогда не взял себе ученика, способного проиграть такому слабаку, как ты. Ты это мне? Здесь кто-то еще стоит? Назвали дикий огонь, потому что у меня есть свой коронный удар. Я слышу подобную чушь уже 30 лет. Покажи хоть что-нибудь стоящее. Тебе жизнь осталась ровно столько, сколько горит это пламя. Все к смерти. Да, чё? Готовься к смерти. Супер сильный. Это, конечно, очень хорошо, но нельзя нападать на членов моей банды без моего ведома. У тебя еще есть силы на этой сделке? Держи! Беги! Что за дерьмо? У меня кончились патроны. Ну что, парень, ты хочешь попасть в мою банду? Или хочешь умереть прямо сейчас? По твоим глазам я вижу, что ты хочешь попасть в мою банду. Я не знаю. Нам нужны бойцы с такими грязными приемами, чтобы сражаться с такими же, как он. А что мне за это будет? Удон с курицей. Мне это подходит. Парни, давайте драться вместе. Поставим на место этих грязных ублюдков, отравивших мою душу и разум. Я в деле. Я прав. Пьем электрофорез. Да. Ну ладно, парни. До встречи в храме.